надо было приносить домашние работы. Вот я кое-что приносил, меня ругали. Вот, и говорили, что так писать не надо, так нельзя. Ну, я понял, что больше я такого кафедре живописи показывать не буду. Вот, но буду продолжать вот то, что я делаю. Мне было интересно писать, извините, в кавычках, от себя тяну, то есть то, что я хотел. Ну, это 79-й год. Пыль припала немножко. Это 79-й год. То есть, вот такое я понес на кафедру живописи во время просмотра. И получил по шапке. И я понял, что больше в таком плане носить работы, показывать кафедре не стоит. Я больше не носил. Ну, самое главное, что внутри самого себя было одобрение. То есть я знаю, что я делаю, и я от этого получаю удовольствие. Я удовлетворен. Вот это было самое главное. Восьмидесятых, время перестройки, ну, это, можно сказать, время поиска и время заблуждения, потому что не всегда я был удовлетворен тем, что я делаю. Иногда вот какие-то тупики были моральные. Когда человек сытый, наелся, ему не надо спрашивать у людей, я сытый уже, мне хватит кушать или нет, или еще покушать. Человек сам знает, что он сытый. Человеку не надо спрашивать, мне лечь поспать или же еще там пободрствовать. Человек сам знает, когда ему лечь встать, когда. То же самое в искусстве, в живописи. Я не знаю. Это внутреннее чувство. Это я хочу делать, это я не хочу делать. Это меня привлекает. Я тут вижу, что я могу себе, ну, себя реализовать здесь. Я реализовываю что-то, рисую. Я наполняюсь, я удовлетворен. Удовлетворен я, значит, работа состоялась.